Канада Карс. По просьбе, по вашей просьбе снимаю видео отзыв о сотрудничестве с вами для подписчиков вашего канала. Данный автомобиль Volkswagen Touareg прибыл неделю назад в Украину. В первый же день я в Одессе его поставил на учет, сертифицировал и своим ходом приехал в город Киев. За неделю провел несколько технических, техническое обслуживание в плане замены тормозных колодок и замена подвесного подшипника по совету Алекса. Спасибо, Алекс. Автомобиль полностью исправен, находится в состоянии сел-поехал. В первую очередь хотелось бы сказать не о технических характеристиках данного автомобиля, потому как видео на канале Canada Cars, подобных видео с техническими характеристиками этого автомобиля, Алекс наснимал немало. Вот. Больше пост о доверии и, скажем, сделать первый шаг, довериться сотрудничеству, ну и получить вот такой результат. В августе месяце я принял для себя решение купить автомобиль из Канады по нескольким причинам. Первое, автомобили не битые, что касается Volkswagen Touareg. Хотя можно, опять же, через канал покупать и те автомобили, которые были аварийные, с хорошими предложениями. Я постоянно за этим вопросом слежу, понимая о том, что цены конкурентные в Канаде по покупке БУ автомобилей аварийных. Плюс достаточно преимуществ, описанных на сайте, на канале, по преимуществу относительно американских автомобилей. Вот. Что касается сотрудничества и покупки, этого автомобиля. То есть от первого момента до последнего не возникало никаких у меня трудностей. Вся покупка сопровождалась постоянной связью с Алексом, с Виталием. Вот. Я в целом очень рад и мне очень понравилось. Наш путь, который мы прошли вместе, скажем так. Была небольшая задержка по поставке автомобиля, скорее всего, мне просто не повезло. Но, опять же, не по вине ребят. Закончилась забастовка в Монреале, в порту, и автомобиль был погружен с какими-то перекладными путями. Она достаточно долго шла, то есть порядка там 2 месяцев. Но это исключение, потому что достаточно много автомобилей за это время быстрее даже пришли. То есть я попал просто в такую ситуацию. Ну, ничего страшного. То есть единственное, что надо было набраться терпения. Вот, что немного скажу по техническим характеристикам, которые там, может, интересуют людей, но Алекс о них там не упоминал. На данном автомобиле 3-литровый турбодизель, аббревиатура мотора КАТА, 225 лошадиных сил. Вижу, что ребята довольно часто интересуются, покупатели потенциальные, этими моторами. Значит, эти моторы были отозваны по дизельгейту. Им 2 года они простояли в принятии решения. Моторы были, вернее, система экологии была модернизирована, я так понимаю, этим летом, наклейка, 20.07.2020 года. И после этого были выставлены на продажу на аукцион, где мы их с вами и покупаем, выбираем. Из советов очень внимательно смотрите на фотографии при подборе автомобиля. То есть действительно качественно сотрудники Манхейма описывают автомобили, фотографируют, по ним складывается в принципе общая картина по будущему, скажем, автомобилю. У меня еще был приятный такой бонус, но я из-за своей внимательности, скажем, обратил и покупая, я знал. Значит, было указано 263 тысячи пробега, а на самом деле 236. Фотография спидометра была с показанием 236, но везде было указано, что 263. То есть по факту приехало 236. То есть так, как и было на одной единственной фотографии, хотя везде все документы говорили обратно. Ну, как бонус, полный, почти полный бак канадского дизельного топлива мне от предыдущего владельца досталось. Ну, в принципе, покупкой доволен. Машина в максимальной комплектации. Очень ухоженный салон. Не буду показывать, там у меня уже детские сиденья, какие-то куча всякого уже домашних каких-то вещей. И вообще мы приехали за грибами. Полный багажник грибов. Так что сегодня грибной день. Машину, говорю, показывать просто не буду, потому что нет смысла. Таких подобных Алекс нас снимал достаточно. Все, желаю всем удачных покупок. Ребят, спасибо.
вам дальнейшего развития с вашим, еще раз повторюсь, с вашим подходом. У вас большое будущее. Закончатся туареги, будут другие машины. И удачных вам продаж. Я думаю, что у меня уже несколько друзей заинтересовалось тоже, тем более, когда уже машина есть, я уже живой пример. То есть я уже живая реклама вашему каналу у нас в Киеве, скажем так. Все, спасибо, удачи, будьте здоровы.